Здравствуйте, уважаемые зрители. Я сегодня делаю вступление в ряд фильмов на тему небоцентризма. Но такого определения вы не знаете в русскоязычном интернете, поэтому я хочу вам сказать то, что я переработал в течение последних 5 лет. Сразу возникает вопрос, откуда и у меня знание русского языка? Оттуда, потому что я с 1980 года по 1986 учился в Москве в высшем учебном заведении, в ВУЗе имени Куйбышева в Москве. Ну и эти 6 лет прошло, потом я вернулся в Польшу, потому что я живу в Польше, юго-западная Польша. И тогда начался, как можно это сказать, искать истину. Вот тема истины меня завела до того момента, что я уже 5 лет назад до сегодняшнего дня по-польски говорил все насчет небоцентризма. Что такое небоцентризм, можно сказать? Это такой вопрос надо задать, потому что мало кто знает, или никто, что такое небоцентризм. И в течение этих 5 лет я сделал много фильмов. На моем канале есть их на польском языке достаточно. И я вообще, когда перечесывал русский интернет, тогда я заметил, что насчет того, как выглядит Земля, как называется устройство Земли, где мы живем, это есть тоже различные темы, и которые могу сказать уже после 5 лет, могу сказать, что одни там, но кое-что там истины имеют, заключают в себе, чуть-чуть там правды, а остальные, так что, короче говоря, люди, которые читают, смотрят интернет, они в каком-то состоянии заблуждения, потому что, можно сказать, хорошо, что этот элемент хорошо, второй элемент, но в общем нельзя какую-то в полностью взять все в одну целость и сказать, что ответить на вопросы, что, почему и что будет дальше. Небоцентризм является тем, что отвечает на почти все вопросы, которые сегодня некоторые задают. Я недавно смотрел русские фильмы, можно сказать, как вы то говорите, ролики. Вот так. Ролики, где видят, например, такие шестигранные скалы. Их называют карандашами. И задают вопросы, что ученые тоже не знают, откуда это такая структура таких шестигранников. Шестиугольная структура. Она на Приморском крае, она в Сибири. Ваша страна большая. И поэтому вот таких явлений есть. В Польше тоже есть. И в этом году и в прошлом году я тоже посещал такие места, чтобы делать фильмы, только они все на польском языке. И вообще дошел до вывода, что надо это сказать на русском языке.
Я 32 года покинул Москву, приехал в Польшу, ну и начал искать истину, можно так сказать. Ну, короче говоря, жизнь прошла, 32 года. Короче говоря, вот такой перелом у меня начался с 2013 года. Такой перелом был, когда вот нашел такую тему. Вообще с моим другом мы вошли на одно форум. У вас это называется «Полая земля». Значит так, мы живем снаружи земли. Все там, как пишется, что там у планеты, там звезды, планеты, все прочее, солнце, все прочее. И с этим другом мы вошли на такой форум большой, такой общепольский форум, библейский даже. No i tam byli takie, jakie to teorie. No i my chcieli, jeden drug, вот этот, это, это je понятие, хотел, значит, сначала он все это представил на своем блоге. Nie? Na tam blogie, no, хорошо, написал, показал все прочее и так далее. Это был январь 2013 года. No i potem ja podkluczył się, no i chciał wejść na ten, my chcieli wejść na ten forum. No i co było takie główne, my chcieli sprawdzić, jaki będzie przyjęcie tego, скажем, zjawienia, o, скажем, że to wszędzie tam połaje ziemia, to po ruski. Po polski ziemia wklęsła. Czy tam, znaczy tak, насчет полой земли, то роликов есть достаточно на русском интернете. Но, короче говоря, что там мы писали, ну так, снаружи живем, а внутри тоже есть какая-то жизнь. Хорошо. Ну, и так, ну и начали писать в течение 3 месяцев. Начали в течение 3 месяцев, мы показывали, что вот так есть, но и смотрели, как они будут реагировать. Видите, знаете что? Самое интересное в этом, получается в том, их реакция, как они реагировали на этом форум. Они вообще, они давали такие большие, жесточайшие сопротивления, что мы вдруг подумали, что то есть, что то такое. Но была одна трещина, которая она разрослась в большую яму, скажем, большую трещину в этой системе, когда пришло до разработки доказательств исторических, таких артефактов. И вдруг мы нашли, значит, я нашел в сумме, потому что вдруг потом отошел, я остался с этой темой, что бабилонский образец мира. Ну и вдруг все от этого бабилонского образца мира началось. Ну, почти началось. Это был март, потом был апрель 2013 года. В этом апреле у меня попала статья на польском языке, к сожалению, которая сказала и доказывала, что мы живем внутри Земли. Не, что мы снаружи живем и так далее, и так далее. И что мы живем на внутри Земли, ну, значит, это уже называется по-другому. Уже не будет называться полая Земля, только небоцентризм. Мы знаем, например, определение гелиоцентризм. Значит так, есть где-то там солнце, и все крутится вокруг солнца. Так нас учат. Хорошо, ну ладно. Но сейчас, когда я уже после 5 лет, после всех доказательств и всего прочего, тогда могу сказать, что мы живем внутри Земли, и у нас есть доказательства, что действительно мы живем внутри Земли.
И как это получается, какое это устройство, надо хотя бы сказать, потому что я сделал много фильмов на польском языке и хочу эти фильмы перевести на русский язык. И еще на русском языке хочу так сказать это все, чтобы для вас было понятнее, и чтобы вы сами убедились в том, что мы живем внутри Земли. Итак, можно так сказать в общем виде, если мы живем внутри Земли, но получается такой вопрос, то что крутится? Ну так, если Земля не вращается, мы живем в середине Земли, вот так, какие есть размеры, какая проблема с силой тяжести, где находится Солнце, как оно вращается и прочие проблемы. Итак, что, как это небо центрит, что это небо, так. Но каждый может сказать, что это большая вселенная, что она не конечная. Ни в коем случае. И просто вот эта вселенная, то, что мы называем вселенной, это 12 742 километра плюс-минус. А вот так. Вот так это так получается. Я в следующей хвиле все это тоже там вам объясню на графиках, как это получается. Сейчас я так еще в этом введении хочу сказать, так, что вращается. Над нами то мы знаем из славянской такой графики, которая давно-давно она есть знаменитая. Такая графика называется мандала. Вот такие мандали, они не только славянские, только есть буддийские, индийские и все прочее. Даже японская есть. Даже у меня есть фильм насчет этих мандалей. Мы видим, как раньше, давно-давно, все знали, что мы живем внутри Земли. Вопрос в течение тех лет, которые там прошли веков раньше, надо было это знание так разрушить, чтобы все забыли о том, что живем внутри Земли, а что над нами, над головой. Есть большой дворец. Дворец. Кого? Дворец. Он из диамента. Это большой дворец всемогучего. То, что мы называем Богом. Это самый высокий, большой из духов. Этих существ нематериальных. И он вращается. Он вращается, а вокруг него вращается только фонарик, который мы называем Солнцем. Вот этот фонарик, он так вращается, он не на что у него мощи, чтобы этот фонарик растопил полюсовые льды. Он этого не в состоянии сплавить. Так, если я, например, по-русски, потому что, слушайте, это было 32 года назад, не очень, там, чего вы там, может, не понимаете, то прошу в комментариях меня исправить. Буду очень благодарен за то, что вы мне это скажете. Я буду стараться, как могу, вам это объяснить. Значит так, мы живем внутри Земли, вот так, повторение сделаем. Внутри Земли, то так, над нами, так, это диаметр этого дворца Бога, это 6000 километров. Все размеры, те, которые мы живем, нам показывают, что это является нормальными размерами, например, экватор, так?
это нам получается 40 тысяч километров, и так и есть. Так что эти расстояния все такие, как обычно мы знаем, ничего не изменяется. Так, то, что изменяется, то что 100 километров над нашими головами находится так называемое стекло небесное, стекло неба, стекло. Оно такой, как можно сказать, такой жель, и под ним есть лед, который это держит в такой большом шаре. И внутри этого шара находится еще один шар, вот этот дворец. О, можно так сказать. И все находится вот внутри этого, снаружи этого шара, который находится 100 километров над нашими головами. Ну так, еще, что там еще можно сказать? Можно сказать, что об этом вы тоже знаете, там из интернета я смотрел. Отверстия на полюсах. Полюсы – это место, где находится отверстие в виде клепсидры. Клепсидры, ну, наверняка вы меня в этот момент понимаете, в виде клепсидры. И эти отверстия у них, как немцы, гитлеровские немцы, они это делали там осмотр этих полюсов. На Антарктиде это полюс, на Северном полюсе тоже. Это есть ширины в этой самом узком месте 145 километров. Атмосфера снаружи, значит, изнутри, она касается той атмосферы, которая находится снаружи. Так можно сказать, что насчет силы тяжести. Ну, говорится о том, что есть ядро Земли, и там такой плавильный металл и все прочее. И из-за того все предметы, например, этот бинокль, когда брошен, упадет на Землю. Это у нас так официально учат. И мы можем это проверить. Мы это знаем, что если что-то там в воздухе, там, например, самолет испортится, то он падает на землю. Вопрос в том, что эта сила существует. Вопрос в том, эта сила от этого ядра, фиктивного ядра Земли, или есть такое, которое мы называем этером. Это сила, на сжатие этера получает такую силу, что все, что будет в пространстве, когда будет, не будет места прицепления, падает. О. Конечно, получается еще очень много вопросов на эту тему. А, еще тутай скажу, что Земля не вращается. То, что мы живем внутри, толщина этого, скажем, стенки Земли, это 2100 километров, и как раз было это разработано в Советском Союзе в 81 году, институтом РОМП, который все это сейсмичными исследованиями разработал, и столько есть толщина этой стенки, 2100 километров. А вот так получается. Что еще хочу сказать? То, что мне пригодилось, то, что я занимаюсь тоже парусным спортом. Я
яхтенной рулевой. Такие удостоверения я получил здесь, в Польше, в свое время. И поэтому ряд явлений, которые я видел, мне они просто не относительно того, что официально говорится, я этих ряд этих явлений никак не мог согласиться. И вдруг, например, такая вещь. Иногда в первый раз, помню, я летел на самолете, Сухуми, Домодедово, аэродром в Москве. Помню, это был 83 или 84 год прошлого века. И что получается? Конечно, я этот рулевой, ну хорошо, тогда я сидел около окна в самолете. И так смотрю, была хорошая погода, все было видно. Что я заметил? Я хотел заметить вот эту кривизну. Что такая кривизна? Ну, всегда нас там учат показывать, что есть кривизна и прочие вещи. И я вдруг так всю дорогу смотрел на эту злемя, как ten самолет. Я искал эту кривизну. Никак ей не было. Горизонт всегда был плоский. Я хочу сразу сказать, что вы не думаете, что я буду говорить о плоской земле. Ни в коем случае. То, что горизонт есть плоский, это истекает из других причин, и чтобы об них рассказывать, надо знать, как в пространстве бежит луч света. Свет, не? Что это есть свет? Тогда, если мы узнаем, что это есть свет, как продвигается в пространстве, в атмосфере луч света, тогда мы можем выяснить, почему он, горизонт, всегда будет ровным. Мы всегда его будем видеть ровным на пляже и в самолете, и независимо в горах и все прочее. Интересная вещь, тоже есть в Гугле такие снимки, я вам все это покажу. Горы ниже горизонта. Интересная вещь. А сам находишься на горе Цукспиц в Германии, в Альпах. Значит, надо подойти к этой теме, чтобы узнать, как это все движется, свет. Значит, что нам надо? Нам надо посмотреть на нивелир и фотоаппарат. Они будут нам нужны в следующих фильмах, чтобы все это раскусить, разобраться в всем этом. Тогда мы можем сказать, почему это есть так, а не иначе. И вопрос получается в том, самый главный всех фильмов, что вы сами будете в состоянии самому убедиться в том, что мы живем внутри. Короче говоря, можно будет даже насчет всех тут всех доказательств, которые я вам покажу, уже сначала ввести в сомнение то, что нам официально говорится. Например, почему у меня здесь бинокль? На море или на больших озерах, когда существует горизонт, нам кажется, что корабль, там поднимается вверх, но и мы его видим. Хорошо, но когда он уже спускается как будто вниз, что он исчезает из нашего поля зрения, и вдруг берем бинокль, и он получается уже так глазами, он уже исчез. А с помощью бинокля как раз он появляется, включая в этом уровень водоизмещения корабля этот. Чили полный корабль. С уровня водоизмещения получается в
вверх, мы его полностью видим, как это получается. Но некоторые, ну, матросы скажут, нормальная вещь, ну хорошо, но почему? Ну и поэтому те все фильмы, они будут так один за другим, хотя канал в сумме там все там пишет по-польски, но вы там на русском языке можете тоже там, просто когда войдете в канал, посмотрите, но то не те буквы, которые там знаете. Но этот фильм, как другие фильмы, будут на русском языке, в себе так описано, чтобы вы все это поняли, и я этим займусь. Так, ну, насчет русского языка, слушайте, 32 года назад, тогда я лучше говорил по-русски, чем сегодня, но хочу, чтобы с вами вот не настолько побеседовать, чтобы вас убедить в том, что мы живем внутри. Но еще получается такой вопрос исторический. Вот история этого небоцентризма, она большая, и до сегодняшних дней остались доказательства того, что было сначала, как это все выглядело. То, что сейчас есть, то, что мы видим, ну, например, такие леса, такой лес, то в древности, скажем, в золотой золотом периоде, потому что мы так будем это говорить, золотой период, были дерева, не такие, это польные дерева, дерева, которые связывали поверхность земли вот с этим дворцом Бога. Тогда с этого дворца переходила энергия, и люди пили. Это было единственное питание. Люди не умирали. Они это пили и жили вечно. Они вообще, смерть не существовала. Смерть началась вообще из-за других причин. А это уже отдельная тема. И тогда, они были эти дерева, это такие дерева, которые связывали дворец с землей, они были примерно около 3000 километров. В вашей стране есть такие места, где можно останки этих деревьев, они уже скаменели, не, можно увидеть. В Польше тоже. Вообще в Ирландии, вообще во всех странах мира почти. На всех континентах. Это есть уже тема историческая. Она будет очень длинная. И даже в этой истории пригодится такая тема, как значит, такая персона в царской России, как ее имя и фамилия Матильда Кшесинская. Она в час историческую очень сильно врезалась, можно сказать. И мы об этом тоже расскажем, только я должен вам сначала сказать доказательства технические, которые вы сами себе проверите. Вот это самая главная идея этого ряда фильмов, которые появятся на русском языке. Так что... о гиперболеи повесть. Жена, супруга мне говорит, что, чтобы сказать вот еще одну тему, что вот это слово вы знаете. Хиперборея. Что это хиперборея? Это суперзвезда. Вот этот дворец. Он в свое время светился.
нормально, сейчас он не светится. Он светился, и он был назван Хипербореей. Это дворец Бога. И те люди, которые жили тогда, они должны называться хиперборейчиками. Хиперборейцы. О, может так сказать по-русски. Хиперборейцы. Как они пережили этот золотой век? Это уже отдельная тема. И мы поляки, русские, сербы, чехи, словаки, украинцы. Это потомки этих, которые пережили время Хипербореи. Значит, это время, когда дворец, он светился. И тогда, еще насчет этого, то вам скажу такую вещь, что когда была когда был золотой век, например, не было дня и не было ночи. Был такой полумрак. Вот как сегодня. Так, более-менее такой полумрак. Потому что была температура плюс-минус 23-25 градусов. Не было зимы, не было таких строгих, таких ожесточайших, таких очень сильных морозов. Вода то не существовала. И это было на всей земле. Поэтому эти дерева, которые связывали дворец с землей, называются деревьями. Это деревья Эдена. Эден парк был на всей земле. Тогда. Сейчас этого нет, но мы вам покажем, что все об этом хорошо знают на примере парка в Сингапуре. А это уже дальше тема. Я на этот раз хочу окончить. Пожелать вам успехов, приятного осмотра этих фильмов. Этот фильм «Введение». Я знаю, что будет много вопросов. Ну и все. Так что до следующего раза. Пока.